Ура, пойду!
испытания. Зовут Александр Анташев, бортпроводник. От имени авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии я рад приветствовать вас на борту нашего самолета, который назван в честь известного ученого Льва Ландау. Наша приоритетом является ваша безопасность и комфорт. Я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Уважаемые постоянные клиенты, участники программы «Аэрофлот Бонус» и бонусной программы «Альянса SkyTeam» в уровне «Элиты Плюс», мы благодарим вас за выбор авиакомпании группы «Аэрофлот». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exits. Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panel. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift the buckle cover. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора, выключить мобильные телефоны и все виды электронных устройств. Обращаем ваше внимание, что в течение всего полета запрещено употребление алкогольных. Наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета.
После обслуживания питания вы сможете приобрести товары StayShop. Для вашего удобства предлагаю вам заполнить купон на покупку товаров с каталога StayShop и передать его вам бортпроводникам. Мы выполним ваш заказ до начала снижения самолета. Будем благодарны за ваше предложение и отзывы в качестве предоставляемых услуг. Ladies and gentlemen, I'm Tom Moscow, 3 hours, 10 minutes. During the flight, we saw the new aircraft. You can purchase items from the Sky Shop.
Господа, добро пожаловать в Москву. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево, терминал D. Местное время 9 часов 15 минут утра. Погода в Москве хорошая, плюс 4 градуса по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями для выключения табло застегните ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаем ваше внимание, что первый пункт приглашает пассажиры бизнес-класса. Если вам необходимо арендовать автомобиль, рекомендую обратиться в прокат Европкар в аэропорту и получить информацию о наличии специальных скидок для участников программы на полном уровне и пассажирах аэропорта. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады на встрече с вами. До свидания. Thank you.